Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Продается капитальный гараж 18 квадратных метров по проспекту Гагарина в районе магазина «Чайка» 160 тысяч рублей. Телефон 26 42 91. Продается дом в селе Каменка Сакмарского района, 70 километров от Оренбурга. Площадь дома 87 квадратных метров. Все удобства, участок 22 сотки. Цена 1 100 000 рублей. Звонить 8 912 846 46 72 или 96 46 72. Строительная компания приглашает инвесторов, физических и юридических лиц. Предложения ждут по телефону 8 987 882 63 64. Надежные ступени, керамогранит, кафель, 16-я линия 2А. Бурение скважин на воду. Звонить 93 52 54. Ремонт любой бытовой техники. Обращаться Хабаровская, 113/1. Телефон 90 90 90. Межмуниципальное управление МВД России осуществляет отбор на службу в органы внутренних дел граждан России в возрасте до 40 лет, имеющих полное среднее, среднепрофессиональное или высшее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, отслуживших в вооруженных силах, имеющих прописку в Оренбурге или Оренбургской области. Обращаться в городе Оренбурге, проспект Гагарина, 21, телефоны 79 14 64 79 19 23. На оренбургский ипподром требуются юрисконсульт, специалист по закупкам, тренер наездник, коневоды, доярка, а также водитель категории Б, С, Е. Оформление по трудовому кодексу, соцпакет, зарплата официальная. Звонить по телефонам 91 33 35 или 8 922 895 40 84. В лесной парк Берендей в Дубках требуются разнорабочие, семья для постоянного проживания и ведения хозяйства, повар-пиццайола, телефон 8 906 848 63 34. На вахту менее 50 километров от Оренбурга требуются мужчины и женщины, телефон 30 20 10. Требуются лицензированные охранники. Вахта, телефон 28-01-05. Организации срочно требуются машинист экскаватора-погрузчика GCB-3SX. Звонить 8 987 855 56 84. Требуется логист грузоперевозок. Телефон 42 63 31. Требуются рабочие на монтаж водопровода и благоустройства. Вахта, город Бугуруслан. Оплата высокая. Телефон 8 922 892 2202. Срочно требуется уборщица, дворник, грузчики-комплектовщики. Телефон 97 45 54. На производство требуются электросварщики, слесари-ремонтники, арматурщики, стропольщики, формовщики. Телефоны 53 84 70 или 27 00 28. На оборудование по переработке вторсырья требуются рабочие. Звонить 94 85 11. Требуется помощник по хозяйству, сад-огород, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Телефон 90 24 24. На асфальтный завод требуются дорожные рабочие. Телефон 8 903 360 14 39. Требуются охранники 6-го разряда. Телефон 8 922 886 08 49. Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской. Телефон 43 73 73. В поселок Южный требуются пилорамщики и помощники. Звонить 250 617.
Требуется швея, пошив спортивной формы и костюмов. Телефон 453-188. На улицу Беляевскую требуются грузчики и оператор 1С. Звонить 8-922-853-88-93. Компании «Оренбург Реалстрой» требуется техник-электрик для работы в Оренбурге. Группа по электробезопасности не ниже третьей. Телефон 30-00-07. Требуются сборщики окон ПВХ. Телефон 92-11-26. Требуются лицензированные охранники. Зарплата от 15 тысяч рублей. Телефон 90-83-29. Требуется официант, уборщица, автомойщики. Телефон 8-922-858-18-00. Требуется водитель с категории Е. Звонить по телефону 420608. Требуется сезонный рабочий. Зарплата 21 тысяча рублей. Телефон 260167. Требуются охранники. Телефон 268915. Требуются формовщики керамзитоблоков. Звонить 227090. Требуется прораб, сварщики. Телефон 42-63-31. В столовую требуется повар, посудница. Телефон 25-93-45. В управляющую компанию требуется уборщица подъездов, сметчик-строитель, энергетик, дворник. Телефон 48-40-80. Требуются лицензированные охранники. Телефон 77-33-98. Требуются водители категории Б, С, тракторист, разнорабочие. Звонить 58-98-31. Требуются газорезчики на металлобазу. Телефон 8-901-096-5903. Требуются сортировщики. Оплата ежедневно. Звонить 96-36-16. Требуются уборщицы и разнорабочие. Телефон 46-72-02. Требуются водители автобуса ПАС на дачные маршруты. Телефоны 90-73-45 или 90-10-75. Требуются помощники или разнорабочие на стройку, поселок Карачи. Звонить 224-244. Требуются мойщики на автомойку. Телефон 917-888. Требуется товаровед. График 5 через 2 с 9 до 18 часов. Обязательно знание программы 1С «Склад». Телефон 27-65-68. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.